Привет, друзья! Видеоканал «Русская Америка». Меня зовут Юрий Моша. Сегодня утром, когда ехал на работу, Николай, наш промоутер, который постит разные рекламы в наших социальных сетях, пишет мне: «Юра, вот девушка, которую я вчера дал, а он давал ее контакт, она недовольна типа общением с тобой, потому что мы не могли ей помочь, и, в общем, она не будет нашим клиентом». Ну, я сразу попросил его телефон, он скинул телефон, я смотрю по переписке, потом вижу, что я с ней разговаривал, и я вспомнил эту девушку. Так вот, она недовольна тем, что я ей отказал в том, что мы не делаем фальшивые документы. У нее нет справки с работы, она живет в России. И она сказала мне, первый вопрос: «Ну вот у меня, вы мне можете помочь?» Да, мы можем помочь, мы занимаемся туристическими визами. Но вот у меня работы нету легальной, и мне нужно сделать левую справку с работы. Надеюсь, вы мне ее сделаете, тогда я буду вашим клиентом». Я отказал, и, значит, сразу попал у нее в черный список. Значит, я плохой, значит, я не могу ей помочь, она с нами работать не будет. Вот такое очень часто происходит, когда людям отказываешь, потому что мы не хотим нарушать наши правила, нарушать законы, обманывать посольство, но ты у них становишься сразу плохим и тем человеком, с которым они не хотят работать. Повторяюсь уже. Ну, конечно, если у вас есть реальные задачи получить визу, и вы хотите делать это все правильно и по тем параметрам, которым мы работаем, пожалуйста, обращайтесь. А вот если эффективные справки, то это не к нам, это кому-то другому. Мы этим не занимаемся.